Т, тайминги. ПП. Правильное питание. ПП. 32 левел, ПП. Серьезно? Там, кажется, их двое было, реально. Я не знаю, я в окне первого убил или нет. А, ну здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Я вас приветствую официально. Официально я вас приветствую, друзья. Еще один спустился. Братан, что тут забыло? Укси, зачем ты людей обзываешь? Я не обзываю своих противников. Я, наоборот, желаю им удачи в следующем рейде, и им повезет больше, чем в этом. Надо обзывать людей. Мне, конечно, нравятся типы такие. Заходит тип, там два трупа. Дай-ка, говорит, тоже посмотрю в окно, почему эти трупы здесь лежат. Прилягу-ка я рядом с пацанами. Вот такая катка, пацаны. Неплохо. За вас, ваши лайки, подписки и комментарии, друзья. Воу, 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 воу. То ли снайпер, то ли не снайпер работал. Непонятно. До молодости нашей. Это вот он работал с МК-47 по мне. А пацаны, да, пацаны, что мы такие, ребят, согласен. Yeah.
Охереть просто. Что ты такое вообще? Ну, во-первых, я крыса. Согласитесь, не очень-то мне повезло. Будь ты подосиновик, конечно. Еще и с теплаком, пацаны. Ох, сейчас там жопа сгорела у пацана. Ёперный балет. Там сейчас полыхает. Горит очаг. Как никогда просто. Я думаю, это третий. Я думаю, это их тиммейт, ребят. Полезный лук, вредный лук. Нет, это не их тиммейт. Это не их тиммейт. Опа-на. Двоится. И он с топором его пытается зарубить или что? Что за рофл? Так, ну он с оружием, подожди, он с оружием. А второй без. Вот мне надо убить сначала типа с оружием, потом пойти убить в упоре типа без оружия. А, там еще типы были, алло. Вот он квест троих с болтовкой убить, пацаны. Что-то полутал, нормально, братик. Да в смысле, алло? Или второй? Где второй? Ну, тип, конечно, наглый, а. Ложись, 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 давай. Я знаю, тебе хочется, ложись. Да ложись, ты никто по тебе стоять не будет. Давай, ложись, 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 да ложись. Все, убежал он убежал. Походу, дело лег, да? Нет, не лег. Не беспокоит второй где. Молодец. Гайди, как на позицию. У меня видосы есть, позиция на локации лес, где я рассказываю об этой позиции. Куда второй делся, ребят? Вот он второй. Зараза, увидел. Зря начал стрелять по нему. Нужно было стрелять из этого, из бесшумной. Мощненько спалило. Друзья, прошу перейти по ссылочкам в описании и подписаться на мои социальные сети. Буду очень благодарен. Большое спасибо за просмотр. С тебя лайк, подписка и комментарий. До скорого!